Меня зовут Лена, и я визажист. Каждый день я сталкиваюсь с новыми клиентами, с новыми лицами, моделями. Естественно, с моделями работать очень легко. Идеальная кожа, подтянутая, упругая, без прыщей. И это классно. Но когда встречается девочка 30+, с морщинами, с дряблой кожей, иногда даже с высыпаниями, это намного сложнее. Но в последнее время я начала встречать девочек, которым уже за 30, но их кожа выглядит просто идеально. Подтянута, нет ни единой морщинки, и мне стало интересно, в чем их секрет. Одна очень известная личность порекомендовала мне доктора Яну. У меня было 3 основных желания. Первое – это межбровка, пухлые губы и подбородок. Я хотела получить гармоничное лицо с идеальными пропорциями. Яна, ты не поверишь, ему очень понравилось. И это человек, который меня отговаривал 5 лет от того, чтобы я сделала себе губы. И когда у меня сошел отек, он говорит, где твои губы? Ну, типа, почему они такие маленькие стали? Современные препараты и методики позволяют создать максимально натуральный эффект после уколов красоты. Для себя и для своих пациентов я выбираю только лучшие препараты. Чтобы устранить гиперактивную мимику, я использую препарат инкобутулотоксина, так как это единственный препарат, который не вызывает ответной иммунной реакции нашего организма. А это значит, что устранять морщины с его помощью мы сможем столько лет, сколько будет нужно нам. Для объемной коррекции мой выбор всегда один – это филлеры Биотера. Потому что действительно эти филлеры ведут себя как кожа и не оставляют неприятных последствий в виде гранулем даже через несколько лет. Ну вот и все. Процедуры проходят легко и комфортно для пациента. Подписывайтесь на ресурсы Smart Aesthetic в интернете и окунайтесь в мир красоты.